Так. Ну все, готово. По дверям. С той стороны то же самое. Это у нас правая сторона. Так, все ровненько. Тут немножко с подтеком получилось. Но ничего, я подотру это все. Вот здесь вот чуть-чуть. Вот видно, да, капельки висят. О, какая-то мушка уже села. Так, все ровненько. Марс стоит. Здесь тоже все готово. Здесь хороший подтек зарядил. Вот. Ну тоже ничего страшного, это не краска. Вот. Все. Все готово. Здесь все тоже расчищено. Внутри отгрунтовано сейчас. Потом буду герметик наносить непосредственно перед покраской. Все, здесь все сохнет, завтра красим. Так, пришло время что-нибудь придумать с фарами. Что-то они какие-то печальные. На них следы удара вот здесь вот. Какие-то, блин, еще, похоже, это те же самые следы, из-за чего погибло крыло. У нас крыло сейчас стоит другое, не крашеное, но здесь вот следы. То есть идут вот такие следы, либо вот так удар шел, либо вот так. Так, и вот они такие еще, некрасивые, какая-то тут хрень, вот такое все шершавое. Здесь фара более темная такая, но тоже на ней какой-то налет. Вот здесь, например, его не так чувствуется, а вот здесь вот. Короче, какая-то хрень. Здесь также следы какого-то столкновения небольшого, притертостей. Здесь вот вообще, блин, шняга какая-то. Сейчас будем что-то с ними придумывать. Что можно придумать с ними? Ладно. Короче, у меня есть идея, что с ними можно придумать. Как всегда, мы их под лачок и затонируем. Будет красиво. Начинаем. Ну, такие вот фары, как тебе? Прикольно? Ничего не видно, да? Продолжаем. Так, ну вот, закончил с фарами. Здесь фонарь слепит в фару. Получается, что она другого цвета. Вот так темно, да? Так. Ладно, тут более такое интересное освещение. Фара вот такая вот получилась красивая. При этом она слегка затемненная, затонированная. Более такая серая стала. Не белая такая, да, прям ярко-белая. По поводу прозрачности. Она, в принципе, неплохо выглядит. Но серый цвет, вот этот, которым я тонировал ее, он как бы сделал свое дело. Я больше тонировал сюда. Вот сюда вот менее бросал красочку. Базой затонировал. Сейчас, кстати, проверим, как фонарики у нас себя ведут, поворотники. А то у нас тут сразу товарищи говорят, нельзя, ничего не видно будет. Я к колористам пришел, они как услышали, что я хочу фары тонировать, они просто там все охренели. Как, говорит, фонарей же, говорит, не видно будет. Я говорю, ну блин, кто же вас просит их заливать-то сразу? Сейчас, ладно. Сейчас попробуем фары включить. Вот так вот с поворотниками. Ну, обычный оранжевый поворотник. Он более такой стал, более темненький такой стал.
Но я, кстати, вижу через поворотник, что он там внутри просто тупо засратый весь. Пыльный, точнее. Все это выглядит. Ну, вполне ничего я вроде. Вроде мне кажется. Не пылиночки. Вот пылиночки сейчас. Вообще ни одной пылиночки нету. И вот они такие поближе, если смотреть, такие металликовые. Ни одной пыли. А, вот одна пылиночка. И то это, возможно, скол на фаре. Шагренечка такая красивая. Короче, красота просто. Можно поэкспериментировать с этими фарами. Еще какой-нибудь другой оттеночек. Может быть, конечно, я не прав. Здесь надо было более темный какой-то оттенок делать. Я не знаю. Там, кстати, сохнет уже. Все готово. Все в пылище тут уже. Если свет отключить с одной стороны, как это будет выглядеть вот так вот с этой стороны. Так вот. Это освещенная сторона. По прозрачности. Сейчас можно габарит включить. Так вот, габариты у него такие. Я не понял, они синенькие или просто то, что фары темные, они такие стали более синие, а были белые. Ну не знаю, хозяину виднее. Вот так вот они теперь смотрятся. Ну что, вот так вот фарки затонировались. Всем пока. Так, начинаю красить не за дверей. Там вот нанес герметик, там все, всю коррозию, чтобы прикрыло. С другой стороны то же самое. Так вот, будем сейчас красить с двух сторон сразу. Здесь будем делать переход. Для того, чтобы переход более удачный вышел, много есть нюансов. Короче. Можно вот так вот скотч приклеить, потом вот так отвернуть уголочек в сторону, и будет такой более плавный переход. К тому же я под скотч ни в коем случае нельзя бить, но чтобы более плавный был переход, вот эти завихрения все. Ну, вот так помогает, я вот не знаю, кому-то помогает, кому не. Мне помогает, короче. Ладно, начинаем пулять.